Чтобы наводить порядок, нужно самому быть в форме. Сотрудники органов правопорядка демонстрируют свою готовность, начиная от внешнего вида и заканчивая наличием у каждого служащего удостоверения. Совсем скоро во всех школах муниципалитета состоится День знаний, где за безопасность будут отвечать подведомственные службы МВД. Заместитель главы администрации Ленинского района Алексей Селезнев также напомнил о подготовке к другому важному празднику. 14 сентября отмечаем 90-летие Ленинского района. Ну и мы сейчас, орган местного самоуправления, готовится к проведению мероприятий. И надеемся, что с вашей активной помощью они будут проведены на высоком организационном уровне. Обеспечением безопасности в муниципалитете занимается начальник отделения охраны общественного порядка, капитан полиции Егор Логовский. Сотрудники его отдела работают на всех крупных мероприятиях в районе. Он подробно рассказал о плановой подготовке. Это, естественно, какие-то рабочие встречи, рабочие совещания, организация взаимодействия между и муниципальными службами, и сотрудниками полиции, и Росгвардии, и МЧС. Также проверка мест на пожарную безопасность, антитеррористическую защищенность, в первую очередь мест проведения мероприятий. Участие в строевом смотре принимали службы подведомственные управления МВД, а также общественные формирования. Патрульные и дорожно-постовые службы, Росгвардия, Видновское и Горкинское казачье общество. В конце июля на должность начальника УМВД по Ленинскому району заступил подполковник полиции Алексей Бадин. В этом качестве он принимал смотр впервые. Хотим еще раз, я, наверное, повторюсь, еще раз показать и доказать нашему населению, что мы готовы бороться с той преступностью, которая, или правонарушением, которое присутствует на территории обслуживания Ленинского района, и поддерживать правопорядок в нашем родном Ленинском районе. В ходе смотра было объявлено о присвоении сотрудникам МВД очередных званий, а по окончанию инструктажа полицейские отправились на ночной рейд, чтобы бдительно следить за порядком в Ленинском районе. Арсений Рогозянский, Александр Будников, Елена Кошлева, Видное ТВ.